Улыбка мамы, ее такое родное. Доча, як ты? Эти истории о жизни, которая никогда не будет такой, как раньше. Через 2 дня после начала войны не стало моей мамы. О людях, которых уже не вернуть. Мама больше не напишет мне, как дела у маминой мышки. Мама ползти уже не могла. Мы успели друг другу сказать, что мы друг друга любим. И о памяти, которую мы должны сохранить. Я стала лицом войны. Сказал, что мы продадим картину, сказал, только не надо мне ни копейки. Все моей стране. Истории войны. Мир поражен мужеством наших воинов и патриотизмом простых людей. В это воскресенье в 18:15 по киевскому времени.